президент – это тот, который отвечает за все дела в России. Это тот, кто руководит всей страной. Президент – это главный человек всей России. Президент – это тот человек, который следит за делами. Это человек, который управляет нашей землей. Президент – это Владимир Путин. Президент – это Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Он руководит страной, городом Курском и Россией. Его выбрали, потому что он стал и сделал больше галочек всех. Тот, кто управляет нашей страной. Он главный в стране. Надо быть очень умным, знать все о своей стране. И учиться в школе, самое главное, на одни пятерки. Владеет страной. Это человек, который управляет всей нашей страной. Это кто руководит Курском? Ну, это тот, кто правит страной. Это такой человек, который правит всей Россией. Президент – это тот, кто управляет страной и ставит разные законы. Он должен быть добрым, честным и трудолюбивым. Он на и пятерке учился, его по поведению выбирали и выбирали то, что он слушался или нет. Президент – это такой человек, который руководит страной, проверяет ее. Это тот, кто делает дела в России. Президент – это тот, кто управляет страной. Это тот, кто владеет Курском. Как он отучился в саду, как учился он в школе на 5 или нет, как он в институте учился. Выбирают несколько человек и подписывают. За кого больше голосов заберут, тот и станет президентом. Следить за порядком, чтобы никто не проезжал на красный свет, не нарушал законы. Делает разные законы. Проверяют, как он сделал, как он учился в школе и как он учился в институте. Это кто правит Россией. Нужно хорошего человека, кто сможет чем-то руководить. Президент, он управляет Америкой, у него много денег, и он очень... И его показывает по телеку. Хороший какой, имеет право значения. Какой очень хорошо может сказать и принят значение. Что делать, а что нет. Хорошо решает вопросы. Умный, хороший. Плавит страной и Василий. Это тот, кто правит нашей страной. Один президент другого назначает президентом. Он издает разные законы, приказы. Это человек, который управляет Россией. Он должен быть честным и очень-очень умным. Это такая программа, которая делают, и люди голосуют там за какого-то выборочного человека. Люди за него голосуют, какой президент лучше. Могут голосовать люди, стран. У него были пятерки, и он всегда хорошо учился.